Эх, чё-то холодновато стало. О, Мы с вообще, вами по-прежнему с Луи Блейз, и мы играем на сервере Юника Royal Play. И мы очутились в каком-то бомжатнике, бля. Да-да-да. Такого мы еще нынче не видели. Да, ни разу. Посмотри, что это такое? Что за такое туша висит? Мяса? Я просто в шоке. Это пиги-пиги висит. Пиги-пиги, ёптель. А это что за мешок с трупаком? Ужас какой-то. Типичный бомжатник. Да-да-да, ужас-ужас. Слушай, тут велики есть. Велики, это хорошо, а это что, еда? О, да, можно поесть, да. Объедки с пола, твою мать, как же это противно. Только они у нас летают почему-то в небе. В небе, да, объедки. Да, в небе летают. А у меня нормально, они... Тележка, тележка двигается, это же физика. Вот это физика, GTA 5. Физика. Ой, да, GTA 5. А почему тележка у меня в мусорке? Это нормально? Да-да-да, глянь, глянь. Нормально, все. Найди меня. Симулятор в мусорке. Глянь, мне тупо не видно. Нет, слушай, серьезно. Если можно еще, понял, сделать вид от первого лица, и все. Все. И будет идеально. Классно, давай. Такого еще не было, да, это плюс большой. Минус то, что нужно вводить почту. Да. Везде это минус. Ввели почту, хотя там активация не пришла, и ну и пофиг. А плюс, знаешь, какой еще есть здесь? То, что не нужно заводить велик, не О, нужно. Вот это хорошо, да, поехали. Велик есть велик, так. А не мопед какой-то, мопеда велик. Да, ребят, если игра выглядит слишком хорошо, то знаете, что... Это GTA 5. Это GTA 5, да. Го со мной там, я на больнице уже. А ты где? А я на крыше какой-то. А, давай. Ёпта. Лизай. Так. Больница. Ух ты ж, нифига себе там. Больничка, прилетает. Нифига, вот это... Так, что... О, во, больница, неужели, класс. Наконец-то и изменили. И парк рядом. Да, машины изменили, глянь. Машины? Ну да, голубоватый цвет такой, да. Голубой, раньше красный был. Одно и то же, блин, надоело, честно. Так, сейчас немножко поправлю. Вот это... Дисплей. Что с моим великом сейчас было? Дисплей. Что сейчас было? С великом что-то было сейчас. Странно, мне нормально все. А давай посмотрим, что внутри больницы. Вот, глянь. Чего? Ты просто глянь стоишь. Мой... Не, глянь на мой велик. У тебя все нормально? Не, не видно. Нет. Я баг нашел классный один. Так, давай, зайдем. О, и как раз больница тут есть это. Лос-Сантоса, да. Во, такого еще не было. Это плюс тоже. 150 баксов дают. Пока что больше плюсов, нежели минусов. Ну, во. Класс. Наркологический диспансер, да. Посмотрим. Класс. Можно от наркотиков вылечиться, конечно. Да? Ну, нам это не в надо. В любой момент доступно. Так, палата номер да. один. Окей. Свободно, свободно, свободно. Нажимаем. О, есть. Наконец-то нажимать нужно на букву, а не вводить команду. Вот и, вот да, удобно. Блин, слушай. А, вы не нуждаетесь в лечении, вы здоровы, это хорошо. Как-то не по себе, хочется что-то сказать плохое. Да. А не могу. Пока что придраться не к чему, да. Ребят, да. Пока что минусов нету, по сути. Да, к сожалению, у нас нету никакого тут путеводителя, да, никого да к нам не представили, но мы сами все обозрели. Как обычные люди, как обычные бичи, да, зашлись это спокойно. Это обзор сервера, ребята. Ух да. ты, лянь, фотка здесь что? Есть. Фотки, картинки, да, всякие, арты. Вертолетная площадка. Ну-ка, а что там наверху? У вас нет пропуска. Нет пропуска, да-да-да. Ну, могли бы сделать и выход на парковку, потому что как бы для людей... И на вертолетную площадку для суицидников. Да, да. Или которые больны опять раком. Же, ну, неизбежно. Неплохо, очень классно да. сделано. А где наши велики? Вот они. Где? А, вот, да. Вот, да. Я уж испугался немножко. Так. Так, здесь можно, значит, покушать, у нас снять деньги. Так, здесь тоже можно... Я хочу смотреть парк немножко, да. Интересно. Неплохой такой. О, глянь, статуи там стоят. Фига себе. То есть, ну, как в, слушай, в любой а больнице. А вот сейчас, есть да, парк. Ваш персонаж не открыт. Вот да. А персонаж еще недоступен, все. Недоступен, да. А вот тут открыт все. Да, все. Светло стало. Это уже такие баги небольшие. Так, дальше, куда мы едем с тобой? Давай. Куда поедем? На мэрию, как давай. Обычно. Могли бы нам Nation поехать. Да. Ну, нас не впустят, думаю, да? Подожди, сейчас, конечно. Может, впустят. Ну, давай сейчас. Проверим, да. Да, если да, пускают может... вам уняшку, то... Может, нам нельзя чисто уже покупать, как бы. Да. Вход 10 баксов стоит. О, я зашел. Нет, там у Nation такой же, да. А купить можно? Нет, у меня нет лицензии. Блин. А, ну это логично. Так, нет. Так. Ну, 10 баксов, это не так уж и много. Ну, в принципе, да. Эй, почему не заводится? Почему? Ну, не... а, 10 стоп, баксов пой. Лучше заплатить, чем ждать 2 часа после игры, чтобы да, зайти. Да. Зашли спокойненько, отмудохали да, кого-то. Все. Отлично. Кто да. покупает пушку там? Так, я вижу, полицейских там есть, да? Ты где? Да, полицейские есть какие-то. Если будет у меня игра провисать, то, ребят, не удивляйтесь, это у меня GTA 5 устанавливается.
Ой, какие-то лаки были. Да-да-да-да-да. Это у меня тоже, кстати. Это видно здесь что-то не то. Грок так. На паузе. Ух ты, глянь, чувак там на монстре ездит. Глянь. Смотри, монумент какой-то. Ого, высокий. Мэрия вообще, ну, я ни разу такой мэрии не видел. Фига себе, да? Кто-то, класс. Кто, на велосипеде кто-то ой, по сбили. Монументу едет. Ты видел? Слушай, чувака сбили. Что за бред происходит здесь, вообще а? Жесть полнейшая. Глянь, какой-то Алекс еще пошел в жопу. Как изменено классно. Тут я ни разу вот таких вот зданий не видел здесь. Блин, то слушай, действительно классно сделано. Более чем классно. Ой, блин. Так, ты живой там? Да-да-да, пытаюсь залезть вот так вот. Все. Уважаемый Алекс Хвостов, ну пошли вы в жопу все. Мы тут обозреваем все. О, глянь, куда я залез. Все, полетели, давай. Вообще полетим. Все, полетим. Да. Что-то как-то нет, не хочет. Так, оба-на. Ничего не получается. Давай зайдем туда. Полицейские давай. Машины белые, класс. Класс. Самое интересное, что у каждых вот этих главных мест есть терминалы, где можно закинуть деньги или еще да, что-то. Не нужно ехать, как в остальных или там. Снять, да. Едешь там на заправку. Ух ты, нифига. Фига себе. Я впервые вижу вот такой вот... Большой сказать, зал, да. Интерьер, вот. Вот ни разу такой интерьер не видел. А, тут выборы проходят. Нифига. Фига себе. Вот это честная, да, система, я да. Понимаю. Так, стульчики нельзя двигать, ну и ладно. Так, я поднимусь наверх, что тут есть у нас? Ого! Чё там? Это что такое? Я мог... Устройство на работу, ока. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы не можете взять комплект. О, комплект? Так уже. Вот, вот здесь, зайди сюда, устройство класс. Устройство на работу тут вот. Где-то было. А вот здесь вот где-то, вот тут. Так, нет. Комплект оружия нельзя, да? Да-да-да, глянь, какая классная, да? Мы не работаем, ну классно. Раздевалка настоящая, слушай. Да. Класс. Так, а как на работу? F? Alt? А как? А нет, видно здесь такой... Ой, Alt F и пощамдал. Alt F, да? Что-то не работает. А может выше подняться надо? Подожди, сейчас. Да, давай посмотрим, что там выше. Ух ты, классно. А здесь можно взять, похавать себе, да, такое? Может? Или нет? Нельзя, нельзя, нельзя. Может, мы паспорт не получили просто? Нужно посмотреть. Не знаю, не знаю. Так, ну что? Компы стоят спокойно, все как-то нет, тут сделано. Пусто везде. Тут классно, классно сделано. Для работы. Не то, что мы с вами как бы нахваливаем это все. Да. А действительно, здесь как бы классно это все сделано. Такого мы еще ни разу не видели. Вот действительно сколько людей? Классно. 10 человек? Как-то мне кажется, что 10 человек как-то мало для этого. Да, сейчас сколько? 9 человек на серве, включая нас. Ну, это мало. Да, да, да. Да. Ну, ребят, для даже того 8, мы 8, сделаем 8. Обзор, чтобы вы, ребят, играли на этом сервере. IP будет в описании, конечно же. Давайте, заходите. Что? Может, и мы здесь когда-нибудь будем с вами? Конечно. Кстати, можем делать здесь как бы сходки. О, блин, меня задавили. Ты чё, подюка? Ну-ка, ну-ка, чё, ну-ка. Ты чё, да? А, нельзя бить. Блин. А посмотри, вот впереди меня, да, там есть два крана. Где? Ну-ка, вот видишь там, где я? А, вот там. Ой. Ух ты. Еще там кран где-то. Что-то не, подожди, стоит? Я думаю. А где наши велики? А, да, блин. Да, кстати. А, вон два чувака катаются на наших великах. Иди сюда, бич. Иди ну-ка, сюда. Ну-ка, ну-ка. Получи. Давай, давай, уезжай, уезжай. Я скоммунизил, давай. Ну, давай, а может, ты прыгнешь ко мне на велик или ты сейчас, в порядке? Сейчас, вы телепортированы. Йо! Андрей Шим. Ну-ка, 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 не надо. А я слушай, я отжал велик уже. А я не отжал. Тут меня ты. А админ на велике моем, представляешь? Меня опять... Да. Вы получили поджопник. В смысле? За что я получил сейчас? За что? Ну-ка, ну-ка, нафиг. Слушай, напиши, напиши людям, они, может, что-то не... Опять так. Поджопник дали. Может, они что-то не понимают, но мы как бы... Да, да, подожди, стой. Как бы... Жалоба, сейчас. Так, да, да, пожалуемся даже. Вот чё. Ну что, чтобы такого к нам отношения не было плохого. Конечно, мы... Не ставим себя выше других, но все-таки надо вести себя уважительно. Мы обычные вот люди зашли спокойненько, что каждому. Жалоба. Допустим, я взял, отжал велик у админа, он мне взял поджопник дал, отлично. Идеальная тактика вообще. Дебил. А, это вот админ этот, вот админ этот. Я сейчас отжал опять у него велик этот. Сервер. Ну, это да, вот жалоба, ну-ка. Я отжал опять у него велик, слушай, отжал я надеюсь, велик. Меня не кикнут, а то обзор будет такой, отрицательный. Он мне написал! Еще раз свистнешь велик, получишь КПЗ. Какой нафиг КПЗ? Еще раз что-то там свистните в нашу сторону. Я свистнул велик. Давай, давай, давай. Отличная тактика. Сейчас все будет. Ну-ка, ну-ка. Вот меня, видишь, езжу вот там. Админ с тобой. Да-да-да, он со мной тут ездит. Слушай, фига себе. Подожди. Так. Чувак, походу, что-то не понял здесь. Они, кажется, не понимают. Да, видно, не понимают, слушай.
Мы... Что они здесь не происходит? Понимают, кто мы вообще. Да, видно, чуваки как-то... Блейз, я прыгаю на тебя. Давай, 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 давай. Залазь ко мне и поехали. Так, сейчас. И поедем дальше, так. Никакого бича нету здесь. Даже велосипед не дают. Слушайте, админы тыбзят велосипеды у обычных людей. Кто главный, я советую то, чтобы они как-то, ну, как бы фильтрацию сделали между админами, потому что админы есть неадекватные. Тут, видите сами, да? То есть всего лишь свистнул, как он написал. Велик я, из этого мне пишет КПЗ. Кстати, вот, Подожди, вот... клад, как это, выйдет этот. Ты идиот. И второй тоже там, то есть они двое... Два идиота. Стыбзили наши велики, и два админа причем. То есть... два идиота. Удаляйте слышу, всех админов, да. Ребят, набирайте хороших Делайте админов. Делайте новых, да. Да, а то обзор будет отрицательный, и мы не будем рекомендовать. То есть пока что сервер классный, но админы, конечно, мы молчим об этом уже. Админы, да. Ну я не молчу об этом. Школьники админы. Какие-то. И ну, да, написал, что здесь происходит, через С написал. Столько плюсов было, и они эти плюсы загаживают. Просто да. Вот все, что портится, это портится при помощи админов. Да, это все Поэтому игроки. Поэтому админов, вот этих двух админов лучше отсюда отстранить, пускай идут математику делают. Ну то же самое, почему Dota или Minecraft говно? Ну потому что школьники. Вот именно. А так, дебилов понаводилось себе много. Да. Адекватных людей стало очень мало. Вот вся суть. Так. Так, мы с тобой... Что такое? Да ты чуть не врежется. Да? Да. Я пытаюсь тебе велик найти и пытаюсь, слушай, найти... А что мы с тобой... А, вот. Вот сюда мы с тобой хотели. Строй, смотри, действительно... Да-да-да, вот сюда вот хочу. Хрена. Такого тоже еще не было. Слушай, фига себе. Там реально дорогу убрали. Кусок дороги. Классно. Так, это не сюда, это где-то выше, может, нужно. Или вот сюда вот нужно. Где-то. Слушай, что-то запутался я как-то. А подожди, стой, это, по-моему, шоссе делают. О, да, глянь, да, появилось там дальше, видишь? Там что-то ну, написано. Да, видите, то есть... Там что-то написано. А, да, что-то там есть. Как туда попасть, слушай, подожди, сейчас попытаюсь попасть, конечно. Так, а, подожди, попасть. Я, по-моему, знаю, как попасть туда. Знаешь, мой, давай. Мой, я знаю, да. Это ж вот здесь вот сделано, вот здесь вот сделано. Шлагбаум написано там. Нам нужно с тобой заехать всего лишь туда. О, да. Глянь, машины какие. Воу, наконец... а я упал. Где? Вот, вот давай. Я. Так. Какие классные машины, слушай. Оп. И все. Так, наша задача с тобой заехать вот сюда вот. Так. Так. Как-нибудь. А вот справа там, видишь, вот где? Начало. Вот не, я хочу понял, заехать на мост этот. Сейчас сам. Ну ты туда попадешь, вроде. С моста вот мы там сейчас попадем, да. Сейчас вот сюда вот заеду. Направо. Блин, из-за тебя ничего не вижу, по сути. Что-то Блейз запутался. Да не, вот сейчас все будет. Администратор хост. Да. Поздравляем, Алекс, с хвостов, с днем рождения, коллектив Unica Project. Ну, ребят, не надо никого поздравлять. Тут... Давай, вези меня. Давай, Я ничего не понимаю вообще. Прыгай. О, поехали, все. Да я вот тут место нашел, я не знаю, вот... Пич на велик ездит. Конечно. Это обычная картина. О, вот сюда, да, я хотел заехать, давай. Вот я тебе и говорю, вот сюда. Я что-то вообще запутался как-то. Вау. И вот куда, видишь там... Да-да-да, вот сюда, вот это. Что-то нифига. А, нам нужно туда заехать, слушай, нет. Или сюда. Нифига. Сюда едем, да? Фига ну-ка. Себе. А, ух. Нифига. Они просто убрали пол моста. Да, класс. Слушай. А ну. Если стройка так ведется по чуть-чуть, это вообще классно. Фига себе. А может работать для бичей именно самих? То есть, администратор Клайд Вэй посадил в тюрьму Алекс Хвостов, но он РП. А ничего, что они оба админы. То есть... В смысле? Вот этим действием вы доказали, что у вас админы полные школьники. Да, вот именно. Последний просто. Не хочется просто плохие слова говорить. Может, люди-то хорошие, но как админы они говно. Они какие, походу, они даже не люди. Какие не люди? Че там? Ой, тихо. Я остался на велике. Я остался на... Груда. А что там дальше? Ну-ка. Так. Походу, какие-то чудеса. Я... Ой. Давай, залазь сюда, вот, поехали. Так, сейчас. Оба! Блин! Ой, нифига. Я что-то тут сломал. Мы все сломаем здесь. Я думаю, что это нормально. Ух ты ж. Такой мич все ломает здесь, да. Беспредельщики, давай, прыгай. Давай, давай. У тебя здоровья мало, я думаю, нужно поесть. Сейчас поедем где-нибудь, покушаем. Пошли покушаем, братишка. Ух ты ж. Ой-ой. Да, изменили погоду. О, слушай, погоду, да, изменили. Давай, прыгнем. Офигеть. Получилось. Ой, было классно. Давай. Во, класс. Я ни херашки не вижу, но получается классно. В чем прикол? Ты как бы падаешь, и я падаю. Вот так вот.
Так лучше. Воу, воу, воу. Я еще остался. Давай, давай. Ух, блин. Хотел сказать, я за стеной. Я почти за стеной. Тихо, а что ты упал? Не знаю. Сейчас так. Ну-ка, 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 давай, поосторожнее. Так, так. Оба-на. Я соскальзываю как-то, подожди, стой, сейчас. Надо в следующий раз проводить обзоры серверов. Как почти, стой, я соскальзываю. Давай как-нибудь сюда выйдем, на шоссе. Давай, давай. Я здесь соскальзываю, так. Во, давай напоследок с тобой сейчас заедем в этот зал, там, где песенки есть. Набухаемся. Так. Я думаю, нужно тебе покушать для начала, ты умрешь. Можно бухаться. Так, бухачка не помогает. Да? Да. Так плохо. О, направо, поехали, там что-то есть. Да нормально, сто раз так сделал. Не, там что-то есть, какой-то ключик там есть, да. Видишь, ключик. Заправка же. Может, там что-нибудь. А, да-да-да. Тут что, магазин есть, поехали в магазин зайдем. Может, дизайн изменен. Ну, это... Да, кстати, давай посмотрим. А сколько стоит... О, используйте клавишу H. А, вот тут удобно, то есть на кнопку уже, а не на команду. Golden Gas. Golden. Вот то, что тут... А, да, смотри, изменено, зайди. Во, я сказал... Классно. Нифига себе. То это магазин какой-то, знаешь, конструкций всяких, не знаю, как это назвать даже. Построек. Так, телефон, телефонный номер, телефонная книга, лотерейный билет, аптечка, так, часы, маска. Аптечка. А, сига. Аптечки, во. Давай. Как покупать, подожди, стою. А, недостаточно средств. А, у нас. А, он у нас денег. Блин, дорого, да. А, точно, да-да-да. У нас ловышек нету. Ну, по крайней мере, мы показали, что это вообще из себя представляет. Так. А что будет, если. Слушай, так классно выглядит, это как бы заправка эта, Лень, издалека, особенно так. О, кто-то. О, это мазафака бич. Ты, да. А, ну вот понятно, это типичный, бич, да. Давай, давай. Типичный. Сейчас, давай, валим, валим. Давай, давай. И уезжаем нафиг от него. Давай, поехали. Что-то пришел, что-то ушел. И свалил, да. Давай посмотрим, что это за магазин, тоже другой какой-то. Давай. Бизнес. Цена 100 тысяч. Вы хотите войти в бизнес, да? А, такой же. А, ну то же самое, блин, жаль. А что там дальше? Да. Что это такое? Я ни разу таких... Ну как бы, мне кажется, это невыгодно. Очень невыгодно. Не... Ну 100, да. Так, а дом сколько стоит, допустим? Вот цены на дом сейчас я хочу показать. Так уже. Сейчас да, сказать, сколько стоит. Давай, так, куда ж ты залез? Бичуга. Бичуган. Бичушка. Цена дом стоит полмиллиона. Ну, оплата составляет 150 баксов в час. Ну, если в реальный час, то нормально. Блин, да, неплохо. А если в игровой, то это бред. Да-да-да, это, по-моему, жопа полнейшая. Все, нужно покушать, братишка, может быть, там тоже изменить. О, да-да-да, во-во-во, то же самое, можно съездить. По-моему, мы с тобой вообще никогда не заезжаем в такие... Так, забегаловки. Нет, да. То же самое здесь, по сути. Ну, немножко изменено, немножко. А, да, что-то вот... Ну, такое. По сути, все одинаковое, но... По сути, то же самое. Во, гля, может... Так, маленькая пицца, 200 может, баксов! Сколько? Вы издеваетесь, что ли? Может, вас обслужить? Может... Я думал, там написано слово Let's Play, а тут написано что-то... Shot. Может, я тебя убью и... О, слушай, тут пицца есть, слушай, можно было скоммунизить? А ты где? Вот я сзади. Где? Ну-ка, а, давай. Ты исчез как-то. Какие-то грязные вот эти вот... Да-да-да-да. Рабочие места. 0,3 вообще здесь полнейшее. Загажено, да. Антисанитарии полная, да? Да, санитарии нету, вообще ничего нету. Так, здесь... О, написано, здесь 5 баксов. Вот глянь, здесь написано 5 где? Баксов. The Double. А, да-да-да-да. 5 баксов. Чё-то как-то 5 баксов здесь не вижу я. Чё-то да, 600 баксов это совсем не 5 баксов. Может, они как-то попутали немножко? Слушай, я думаю, что с ценами на еду в клубе будет жопа. Да, я тоже думаю. Ну, выходи там. Я не хочу выходить, да я пытался уже несколько раз выйти. Давай посмотрим, погода опять изменили. Да, напоследок. Заедем туда. Да, давай. О, как ты летишь, слушай, давай газу, газу давай. Ух ты, как классно. Почти не слышно, что я нажимаю, то есть я новую клавиатуру, ребят, купил, поэтому все будет почише. Ух ты ж. Так, по-прежнему тут горит этот огонь, да? Алхамбра. Тоже продается, ну по 100 тысяч бизнес. Да. По-моему, 100 тысяч, или миллион. Не, 100 тысяч, так. Она за вода это... 240 баксов стоит, вода. Вода. Не-не-не, что ты это... Вода. Вода за 240 баксов, вы издеваетесь, что ли? Не, я пойду лучше убежал... дождь, у нас на улице дождь, я пойду попью там лучше. Я убежал, а у нас тоже туч. Нет, я в смысле дождь тут, в Сампе. А у меня нет, ничего, у меня офигенно. У нас ясно теперь, да, а днем была туча. Так, не, усадись. В нем солнце такое. Блин, за... Такие звуки вдалеке. Нет, я не слышу. Не, у меня классные звуки такие. Окно открыл, такие звуки такие. Ну, это просто Блейз живет в Украине, это понятно. Ой, слушай, как классно залетел. Чисто залетел.
Мастер по дыркам. Да? Так, куда еще можно заехать? Какие? А давай на пляжик, что ли? Можем на пляж, да. А, в банк мы не заехали еще. Банк, вот точно, да. Ух ты. Все. Слушай, я так залетел сюда. Юника банк. У нас, у них собственный Юника банк. Вот сервер Юника и банк Юника. Юника банк. Юника банк. Так, добро пожаловать в банк без комиссии. Ну не дай бог, еще с комиссией будет. Так, снять деньги, пополнить домашний счет, пополнить счет бизнеса. Один. Пополнить счет, два. На моем счету нету денег. Я пополнил один бакс. Так, вот тут все. С сегодняшнего дня открываю свой бизнес. Терминал есть. Влаживаю свои деньги в бизнес. Да, все. Ади велик. Если бы процесс... Я угадаю, админы стащили. Сука, ну как всегда, ребят, как собственно и всегда. Не знаю, вот, да, показать. Лянь, бич стащил, он велик. Да, ездит, да, как обычно. На велике. Слушай, может быть, хотя бы попросим админов показать интересные места, потому что как-то короткий получится обзор сервера. Да, думаешь? Хочется что-то еще посмотреть. Сейчас выкину его с тачки. Давай. Ой, я могу поесть. О, Слава, давай, садись. Я сел. Садись, давай. Поехали. Поехали. Не могу, не могу. Блин, как? Недоступно. Сейчас поедем, поехали. А, ну давай, поехали. Давай. Ну-ка, садись. Уезжай. Все, погнали. Дай угадаю, давай. Сейчас нас выгонят с тобой. Вот 100%. Или мне бан дадут, или в КПЗ посадят. Да. Или нас выгонят. Вот. Скажут, а ну-ка, что вы тут делаете? Ага. Элита школьников, ёпть. Элита так. Школьников. Это что, не, это реально все админы похожи. И чё? И чё, да. Или чё? Ну, мне кажется, этот чувак хочет по щам получить. А ну, иди сюда. Мне кажется, этот бомж хочет получить, блин. У меня водительских нету, давай. Твою мать. Админ меня сразу завалил. Какой? Какой-то админ завалил меня. Блин, а кого мне бить, я не знаю. Вам изменили жизненное состояние на 0%. Женщина, такое это вообще. О, ребят, молодец. я нечаянно нажал на стоп-запись, поэтому придется склеивать, ну ладно. Ничего. Ладно, пофигу. А, твою мать. Mail.ru официально анонсировала копатель онлайн для PS4 и Xbox One. Немножко офф-топа. Это где написано? А, это, видимо, прикол. Что? Это, видимо, троллят лалки нас. Так. Так, чё там? Ну что, блин, покажите достопримечательности сервера. Да, давай. Да, конечно, админы вообще ужас. На диаманте то же самое. Даймонд, что ли? Угу. А ваше сообщение было перенесено в общий чат. Вы чё, дураки, что ли? Так, а Блейс, а ты где вообще? Я в больнице лечусь, а у меня мало хп, даже половины нету. Ну какие суки, а? Да, от админов я такого ожидал в последнюю очередь. Админы, да, все гадят, именно все гадят. Сервер просто отличный, ну не к чему придраться. Да, все отлично, да. Бомж, нет, ну-ка, лишнего ничего нету, абсолютно ничего нету. Но админы это имбецилы. Настоящие имбецилы. Мы вас не хотим обижать, но оно вот таково есть, ребят. Если не, вы ну хотите... мы не так, что взяли и начали их обижать. А, администратор потом... ответил вам, сядь в лимузин. Сядь в лимузин, скажи, ты поехал не Блейза. А, я Джеймс Блаз, е-е-е-е. Слушай, у меня 75 кп сейчас. Да, отлично. Же ты поехай давай. Весь общественный транспорт на сервере был заправлен администратором. Блин. Ребят, вот когда наберутся здесь игроки, вы, конечно же, заходите, сервер крутой, но не связывайтесь ни в коем случае с админами. Избегайте их как можно больше. Да, особенно этих двух. Ужас, да. В частности, Клайда и какого там... Андрея Шума, вот. Да, вот особенно Клайд, это такой, слушай, это ужас. Они все сумасшедшие. Я думаю, что даже люди чисто просто выходят из этого, что админы тупые. Вот даже им желания нету заходить. Ну конечно же, конечно, ребят. О, а ты чё? Виталик меня тпкнул. А, сейчас. Давай, не, садись к нам сюда, в лимузин. Не, подожди, я к Виталику сел, сейчас к Виталику. Вот, а чё там всё. Виталик? Не знаю, Виталик. Не, ты лучше сюда садись, нам покажут достопримечательности все-таки. Сейчас сажусь. Админы, обращение лично к вам. Исправляйтесь, давайте. Не занимайтесь этой херней и не мешайте игрокам играть. И все будет хорошо. Детский сад. Просто они показывают, что детский сад у них вполне. Они тут типа самые главные, самые крутые. Кого хотят, того убивают, банят. Ну блин. На самом деле из-за них просто никто не будет заходить сюда. Да, поэтому вы сами убиваете сервер, поэтому
Ребят. Ничего, как говорится, ждите, ничего ждите большего, потому что с такими админами чего-то большего ожидать не стоит. Да, поэтому исправляйте срочно, ребят, обязательно. А лучше отстраняйте таких. А лучше, да, всех админов этих. Самых адекватных, вот самых адекватных, возьмите, да, людей. Я думаю, такие найдутся по-любому. Покажите мне по достопримечательности, ёптель. Ну. Не, слушай, мне кажется, что-то он как-то не будет показывать нам. У них своя как-то сходка здесь, видишь, они сами ездят. У меня такое чувство, что эти админы все в одной палате в психушке лежат и играют. Ребят, я таких людей никогда сумасшедший... Вот... Ой, все, ой, все. Ой, все, да, ой, все. О, слушай, ух, что-то слева чего-то такое, это база какая-то? Слушай, интересно, ну-ка. А, это ФБИ, походу. Нифига. Вот показать можно было нам это? Ну, сука, нет, надо какую-то херню нам показать. Сейчас нам писюн будет показывать за углом, чем ФБЭ. Нормально. Блин, капец, конечно, полнейший. Вот у вас полное вакханалие творится не то, что на сервере, а в вашем мозгу. Ребят, что, разберитесь со своими... Мне жалко людей. Вас просто жалко, что вы творите с другими людьми. Вы издеваетесь. Капец. Хотя, знаешь... Что ездят, где хотят, спокойно. Они-то нормальные, это просто, наверное, им просто... Сука. Действительно же, мы этого не видели. А, подарки, подожди. Подарки-то мы не видели. Где? Ну-ка, давай зайдем. Подарки какие-то, ну-ка. Выпусти меня. Ну, что делать сюда? Сука, на подарки наехал. Че это за куда? Толкай говно, это белое. Используйте рюкзак, Игорек. Так, нажал. У нас есть пейджер, что-то. Ух ты, часы есть у нас. И телефон. А телефон что? Гиф, юз. Я могу скинуть телефон, понял? Типа гопник тебе зажал в углу. Полицию. В данный момент нет полицейских на дежурстве. Конечно же. А, 26. Че там, 19.32? На, правильно. Стой. О, я могу покушать пойти. Подожди, сейчас покушаю. А, я тоже покушаю. Ну-ка, ну-ка. А у меня полное ХП, я забыл. Я же подлечился в больнице. То есть, вот, ребят, вы просто понял их проблему. Они не то чтобы неадекватные или еще какие-то. Они просто... Они школьники. И по 12 лет, по 11, они сидят там, всех убивают, им весело. И все. Да, чисто веселятся. Чисто по фану. Серьезно. Так, Блейз, садись. Действительно, привез нас туда, откуда мы приехали. И... Логично. Не, может, он думал, что мы вылезли из неба, упали с неба, я блин, не знаю, сразу на мэрию, блин. Из дырки какой-то вылезли, но... Да, может... Ребят, они даже не знают, где у них спаван, что у них спаван в одном месте. Да. Как будто мы не были здесь. Ну реально, как будто мы появились в каком-то своем доме. Сразу же, только зашли и появились в своем доме. Логика вообще классная. Вот я сейчас, честно слово, фейспалмлю. Серьезно. Так. Это фейспалм чистый. Я хочу дать по щам ему. Давай, ну, по щам. На. И все, все, я ухожу. Сумасшедшие какие-то люди. Я бы с удовольствием сейчас уехал бы, но не могу. С удовольствием. Дайте нам машину, мы уедем. Да. Нужна нам машина. Сейчас отожму этого чука. Я у этого админа отжал тачку. Троллинг админов, ёпта. Ой, блин. Так. Я могу залезть на эту тачку? Слоу. Лейс. Капот засасывают. Йо, чё там такое? Блейзы забыли. Йоп, блин. Какая-то вакханалия творится. Давай, подожди, сейчас велик возьму и за вами поеду. Вот не дай бог, следующий сервер, который я обозревать буду, такой же окажется. Если такой же будет. Я никогда больше не буду сервера обозревать, ни за какие деньги просто. Садись, Блейз. Не, может, за какие-то деньги можно, но такое. Ну, блин. Ребят, вот для меня, чисто для меня деньги не важны. Я ни за какие деньги бы не согласился обозревать с этими админами. Ужас. Ужас. Вот справа, что там, КПП или что? Блин. А что там было, подожди, сейчас. Столько интересных мест нет. А, больница. А, это, слушай, это парковка министра здравоохранения, блин. Используйте... Просто хочется сказать, идите нахуй, все. Давай, короче, Блейз, забирай меня скорее. Обозревай. А, это задний выход с больницы, и все. Блейз, забирай меня скорее, они сумасшедшие совсем. Носи меня. Увози за 100, Марии, я боюсь их, блядь, уже. Ёпта, бля, помогите. А, вот, прикольно, да. Классно, да? А, поехали с тобой, знаешь, напоследок куда сейчас? Да, давай, напоследок, потому что... Да, вот там, где ФБИ были. Давай ФБИ, да, мне интересно. Да, я захотел. Какие же вы, блин, чуваки, тугодумы, блин, это вообще... Сумасшедшие! Ужас. Я не понимаю просто. Сейчас сидит такой. Ой, ляй, сейчас забаню их.
Я спавну и тут на 2 года. Зачем спавнить машину? Я же могу украсть у игрока там велик. Зачем себе здоровье делать? Можно же поесть на спавне. Блять, где логика? Обычные бичи пытаются развиваться. Он взял велик. С бича же велик взял, главное. И взял, свалил. Это не админы, это бичи какие-то, да. Бич нашел, отжал велик у него. И админ дал ему по щам за это. Так, вот, то, что он отжал у админа, да. Вот просто бред, ребят. Зайти можно? Зайти, кстати, да. Наверное, нельзя. А, после пропуска. Но можно так, в принципе, осмотреть, и прикольно, да. Да, да, да. Классно, классно. То есть, если бы тут был онлайн большой, да, то было бы более чем... Нет, были админы... скандалы полнейшие, эти че, были полнейшие скандалы здесь. Самый главный админ, пожалуйста, убери нахуй навсегда. Вот я даже матом. Удали всех этих безруких каких-то школьников, четвероклассников, да, и поставь на администрацию адекватных людей. И все будет идеально. Да, будет все отлично. А тут Блиц на велике заехал. Да, давай, 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 залазь на меня сейчас вот здесь, давай. Даже это более адекватнее, чем эти админы. То, что мы сейчас сделаем. Да. Ой, ой, ой. Я завис в воздухе на несколько секунд и упал. Я думал сначала, что ты сдох сразу. А как ты здесь стой? Как тебя ушатало? Я не понимаю, что происходит. Блин, жесть полнейшая, да. Ну, думаю, пора заканчивать этот бред. А, там закончим мы. Ребят, пожалуйста, играйте на сервере, если вам понравился сервер, избегайте. Меня сейчас закончим с тобой сейчас. Я вот сюда подъезжаю уже. Вот это я влетел в столб сейчас, в больницу. Сейчас, о нет, не туда беги. Нет, 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 давай, давай вы. Вот, сейчас я захожу уже к тебе. Ребята, Воля. О, нифига так быстро. Да. Офигеть. Ну что, на этом заканчиваем. Ну что, да, ребят, пожалуйста, заходите на этот сервер. Это была реклама, но избегайте админов, избегайте. Избегайте. Сервер отличный, даже идеальный, мы бы сказали. Нам очень понравилось, но админы все к херам испортили. Да, админы виноваты. Админы. Мы, конечно, не хотим никого обидеть, но, ребят, вот администраторы, вам лучше этим не заниматься. Это не ваше, честное слово. Все, идите там уроки делайте. Да. Включайте самп и все, идите гулять. Все, поэтому всем удачи, ребят. Да, всем пока. Подписывайтесь, заходите, IP в описании. Всем удачи, пока-пока.